Здравствуйте, девочки! Сегодня я, как и обещала, буду вместе с вами тестировать свои новые пластины для стемпинга с сайта AliExpress размера XL. Сейчас я вместе с вами сниму защитную пленочку. Пластины я распаковывала в предыдущем видео, если вы смотрели. Если не смотрели, я оставлю ссылочку в описании. В той по ссылочке мне пришел мини-фрезер и вот эти две пластиночки. Так, пластины вот с такими рисуночками. Сейчас я вам покажу их еще раз. Это пластина XU18. И это пластиночка XU14. Вот такие рисунки. Сейчас мы с вами попробуем их отпечатать. Отпечатывать я буду вот такими лаками. Их тоже я заказывала на сайте AliExpress. У меня 5 цветов. Красный, зелененький, синий, золото и серебро. Эти лаки, если у кого-то есть, они, может быть, вы уже заметили, что у них оседает пигмент. Перед использованием их надо потрясти. Либо перемешать чем-нибудь. Особенно это заметно у лаков вот таких с шиммером, с блесточками, серебро и золото. Штампики у меня вот такие. Вот такой двусторонний прорезиненный, плотный. Вот такой силиконовый. Два силиконовых, один из них более плотный. Вот этот более плотный, этот помягче. И вот такой штамп-мордашка, как его называю я. Белый, силиконовый, мягкий. Будем пробовать сейчас всеми. Так, еще забыла про самый маленький. Вот такой. У меня фаворита пока два. Вот эти, они отпечатывают все пластины абсолютно. Ссылочки на все свои штампы, на лаки и на эти пластины я оставлю в описании под видео. Если вам интересно, заглядывайте туда.
пластинами я осталась довольна. Лаки тоже хорошо пигментированы. Единственное, что, я повторюсь, их нужно перед применением немножко встряхнуть, чтобы пигмент осевший размешался. Пластины, гравировка хорошая. Единственное, что перевел у меня все рисунки, только вот этот штамп. Штамп резиновый, жесткий. Он собрал абсолютно все, и мелкие, и крупные рисуночки, со всей гравировкой, которая здесь есть, у этих двух пластин. Судить можно вот по этим отпечаткам, которые остались на листочке у меня. Серебро и золото вам не сильно видно, но я думаю, что вот так они вам более заметны. Все рисуночки перевелись. Можно судить по цветным. Как видите, зеленый, синий, красный. Все абсолютно хорошо переводятся, эти лаки. Несколько рисуночков у меня вначале не перевелись другими штампами. И когда я поняла, что этот переводит все оставшиеся, вот это рисунки второй пластиночки, я переводила именно им. Как видите, рисунки четкие, красивые. Буду их использовать в дизайнах своих ноготков. Всем, кому понравилось мое видео, ставим пальчики вверх. Ссылочки на эти пластины и на эти лаки я оставлю в описании под видео. Заглядывайте туда. Я желаю вам всего хорошего и до новых встреч!